А типа можете в голос говорить, и будет тогда на раз слышать. Перейдите до правого голоса. Нет. А мы не рано придут? Нормально, как нарко. Чувак, просто явку создает. Да он будет твоей ДЗшкой. Все, в отделение двигаемся, один. Разъебал. Все, минут. А, я возле медпалатки хожу. Метку дал. 9. Есть, возможно, еще. Доля это прям сидят. Лежат, кемпят. По мне. На севере, на севере. По мне. Бегу. Убил? Нет, бегу к нему. Я могу туда угадать. Прямо за тебя, Рис. Кто там держит? Пуль наш? Попадает. Не понимаю, нихуя не слышу. Рамзик живой? Да. Дал метку, он убегал. Его либо ПХ отработала. Тык, оставайся, значит, тут. Решай. Рамзик, как пойдем? Ан, давай в левой части прижиматься тогда. Кто за мной в кустах жребится? Я. Хожу вперед, а меня на размен били. Ты что? Я на метке отдыхаю, стамина вообще ноль. Борза, я по северу пробежал, я ничего не вижу. По нам? По мне? Это в лесополосе. Впереди, который на востоке от вас. Я иду сюда метку. Кто работает? Я просто так пострелял, но я вряд ли его убил. А, блядь, сейчас не по номеру. Я ВГ даю туда, куда РПГ пуск. Аккуратно. Дальше, там дальше противник сидит в лесополосе, сейчас метку дам. Шоу, да. Ебать там окупал, блядь, у них же. Противник, пацаны. Бэха нужна. Сейчас. Дал метку, там куча окопов, куча... Ну, по крайней мере, бегают там, Могу туда кинуть, ага. А, они в окопах сидят. Им похуй. Мне что-то кажется, что там еще пристреленная позиция Бэхи. Сука, они все деревья подавили Бэхой там. И пройти. Ну это сейчас... Шаром здесь будет. Подтягивайтесь ко мне, тут АДК еще идут впереди. Вижу бэху. Лавкин, уйди назад, уйди назад, уйди назад. Вот это она. Дал метку. Рамзес, а вот такая прошла к тебе. Пуск. Юго-восточный, юго-западный, восточный. Это чья была? Вражеская. Это где-то у нас? Там танк, там танк. Это БХ, у них нет танка. Нет танка, я извиняюсь за дебил. Блядь. Ранен? Немножко хватает. Вызывайте, да, оглох, если что. Да, я глухой. Лежу, спрятался. Так, я снова слышу. Там Бэха стояла за забором, только башня торчала у нее. Рандес, у тебя Бэха стоит? Катается там где-то. На моей стене, короче, плюс-минус. Лавкин. Лавкин здесь. Он же только что вышел на капу. Ранен. Давите, ранен. Более живой. Кто зажимал? Я. Ранил одного. Он не вырубился, сука. Я ранен, шайтан. Но это не тот, который шайтан. Его враг контролит, не надо. Ему надо уйти назад немножко. Таким пошли со мной назад. Здесь пролысина, я не уйду назад. Блядь, я ранил одного. Шайтан, можете шайтана задавить? Лежи там, пока что не надо. Перевяжись и подожди. Блядь, надо добить того раненого, еще один был ближе. Убегаю в дым, обратно в елки. Давай. Кидай, у меня больше домов нету. Видела, когда я кидала дым? Да. Заполз к вам в лес. Кричу криком. Подожди, нет, тут открыто. Давай, тут. Рамзеса в упор, скорее всего, убили, надо КВшку, скорее всего, делать. Слышно. Все? Да. У тебя медицинка там есть? Да, я тоже не знаю, что есть. Угу. Поставь на семечку. Я там что-то. поля. Видит, видит, сука. Да. Убил его, да. Это не тот. Берта пришел? Да, я упал. Я только поставил и иду деким к тебе. Спасибо. Рик, я тогда возле палатки лежу, что ли? Да, 210 будет шуршить. Да. Это другая бэха, 160. 160? Холодно, блядь. Вас там спалили? Дал метку. И на востоке, слушай, бэха это наша? На востоке вражеская. Это кто? Я. Мои по полю идут? Нет. Вот это на моей метке. А я на кого? У нас только один. По мне. Убил. Убил. Сам отличишься. На какой кромке-то он? Рик, отличишься. Да. У нас южнее враг. За полем. Он сзади. На моей... ну на ветке поля и на моей отделение перетягивалось в триган. Если это ты вам стреляешь? Я бы... Я РПГшник дал по вашим меткам. Сейчас ко мне придет. Он у тебя близко в упоре? Нет. Он был чуть дальше синий. Выбил бэху. Ронин, стой! Ронин, стой! Хаммер на нас смотрит в лесу. Где Хаммер? Убил. Спас. Бля, бэха живая там, что ли? Уехала, сука. На противник. Ранен. Весь ранен, сильно очень. Домик, вот он один на перекрестке. Я в домике. Надо было меня тащить, наверное. Он, по-моему, сдох, мы за него сдвиг и делали. Фига, что-то снаряды лежат. Так, я можно режу со стороны сейчас. Берем. Все сюда. Попробуй все-таки на хаммере ближе подъехать, наверное. Бля, сейчас меня въебут и свои, бля. Вот точно тебе говорю, сейчас танк тебя въебет. Мы пешком не успеем, наверное. Нет, да, я тоже. Бери меня, я не дойду, я у меня тут стамина нет. Что, значит, через север ехать? Ну, да, надо через восточную дорогу прям катываться. Прям по стены, я не знаю. Бля, мне кажется, меня уже сейчас. Стреляй, вылезти, стреляй, спрятаться. Ты у нас как флажок, то что мы как бы свои. Блин. И флажок то, что мы враги для них. Ладно, с богом, слушай. Если бы я, блядь. Я ебал. Да я ебал до палатку. Это правда. Вон, это бэха чья, наша, блин, интересно. Да, да, да. Ходу по ней прилеты. Бля, вон из флаг. Подожди, мы поляки, это кто? Да хер его знает. Подожди, а, не-не-не, противник пульский. Флаг вражеский, да? Да-да-да. А, все, наш флаг. Все, чешки. Да, дальше продвигаемся быстрее. Давайте быстрее на юг через мост. За мостом справа лежит чувак. Свой. Центр не захвачен. Там надо флаг поднять и просто перевес. Перевес, перевес. Все, флаг спрятался, нет? Да. Флаг спрятался. А, убили только что союзника на западе. От церкви запад метров 100. Бля, я не знаю, не перезахватываем или нет? Да нет, ё... Ну все, идем на юг. А еще одного нашего убили, чип. Блять. Убили? Для запада работает противник вдоль реки. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.